Вітаю вас, це програма «Точка зору», я Володимир Тетерук. Сьогодні у мене в гостях Євген Баранник, письменник, бізнесмен, громадський діяч. Пане Євгене, 17 жовтня, ну хтось закликає на 14 виходити, хтось вже на 17 жовтня, закликають висловити свій протест і мають три вимоги. Там і боротьба з корупцією, і депутатська недоторканність, і таке інше. Якщо ми візьмемо ці три вимоги, які в них є, то складається таке враження, що ці вимоги могли бути актуальними і 10 років тому, і 20 років тому. Нема у вас відчуття, що це якийсь рух по колу, і оця енергія, пасіонарність людей, які вийдуть, може знову вийти в свисток, в гудок? Бо це вже, ну, ми розуміємо, що ми висуваємо ці вимоги, а це вічні. А особливо депутатська недоторканність – це просто, ну, притча во язицях. Ви знаєте, я совершенно з вами согласен. І більше того, ми, знаєте, наверное, сьогодні должны сказать об этом то, что люди говорят на кухнях, то, что люди говорят на предприятиях, в офисах, у себя дома. И те тезисы, которые сегодня надо требовать от власти, да, того, что сегодня, или как бы менять систему, они должны быть совершенно конкретны и выражены. Я бы назвал три основных позиции, которые сегодня нужно требовать, ну, от жизни, от системы, от новой какой-то. Как бы позиції, тобто ми одразу уточнюємо, що на Майдан треба виходити, але треба виходити вже, ну, ви знаєте, з іншими. Я вам скажу, що ми цей процес не остановимо, тому що люди, в людях ця пасіонарність, це напряження, воно настільки велико, що тут, знаєте, я і противники, я сам как бы отношусь осторожно к таким большим зборам людей, но мы это не остановимо, і цей процес буде обов'язково происходить. І я би це описував там в своїй книзі і так далі. Так я вам скажу, що три позиції, да, три позиції, да, які основні для того, щоб чітко сказати і понять то, що Ісландія в 2008 году об'явила і чому пройшла революція в Ісландії. Там один був простий тезис, який лежить на поверхності, він є ключовим і для України в тому числі. Как бы там ни было, кто бы ни говорил, какие-то болезненные последствия и прочее, но мы вынуждены об этом сказать, потому что об этом говорят все люди. Да. И да. Это внешний долг. Это тот долг, который там уже порядка 79 миллиардов внешнего долга, который страна, ну, совершенно не отдаст. И мы, как люди, разбирающиеся в экономике, не понимаем, как это вообще сделать. Их физично невозможно за тими умовами віддати. И кто их брал? То мы, народ их не брал, эти деньги. Вы их точно не брали? Не брал. И я не брал, тоже не брали. И поэтому Исландия то же самое сделала. Надо сделать то же, что делала Исландия. И это потребует. Нужно официально сказать всему миру, народ должен сказать, что эти деньги возвращать народ не будет. Тот, кто брал эти деньги, пусть он и возвращает. Эти люди известны, эти личности известны. Навіть більше можна відстежити офшорні рахунки цих совершенно людей правильно. І прослідкувати рух траншу і наповнення їхніх офшорів. Совершенно правильно. І все, і навіщо дурити один одного? Да, як би там не було складно, Ісландія на це зробила, і як би всі на місці залишились. Народ за це проголосував, був референдум, і народ проголосував проти віддачі внешнього долгу, який Ісландія повинна була платити 15 років. А от загроза дефолту, нам скажуть, ну все, тоді все світове, а ви знаєте, вся прогресивна людськість буде проти нас, ми не повертаємо борги. Ні, я відверто кажучи, уважно, понимаю. Жебрацька країна, яка в боргах. Але... Я вас розумію, буде трудно, буде сложно, будуть угрози, будуть якісь навіть санкції, але страна наша самодостатична, страна наша унікальна, страна наша замечательна, красивая, з великолепним народом, ще поки с инженерным потенциалом, научным потенциалом. И это все даст возможность новым силам, новой системе надо зарабатывать самим. Никто в нашем доме не наведет порядок, и мусор из нашего дома не вынесет, кроме нас самих. Другая позиция яка? Другая позиция – это все, что связано с тарифообразующими сегментами. Стоимость воды, стоимость газа, стоимость бензина. Да? То есть ключевые моменты, которые являются основополагающими себестоимости услуг и товаров всего, что происходит в экономике Украины, мы должны четко понять. Мы страна, которая имеет свою нефть. Мы страна, которая имеет свою переработку нефти. Сдают нам партнеры из Курдистана, из Ирака, задают вопрос, почему вы продаете бензин по мировой цене? Это нонсенс, понимаете? Я понимаю, бананов у нас нет, мы покупаем по мировой цене. Но есть нефть, есть переработка. Эти вещи нельзя, даже по Конституции Украины, флюиды принадлежат народу. Мы не можем и не имеем права брать
і брати деньги за самі флюїди. Стоїмость переробки, пожалуйста. Тим більше ці ж гроші, ці ж гроші вони мають тут крутитися, безусловно. В цій країні. І государство, в итоге, оно вже є теж самим мощним покупателем, да, учасником всього процесу. Оно вынуждено покупати ці ціни великі, і ми так автоматично, як сніжний ком, залазимо в нові долги. Поэтому бензин в Україні должен стоїть не більше 10 центів. Не более, а то и меньше, да, надо смотреть и считать, для гражданина Украины, а не для всего мира. То же самое газ. 20 миллиардов кубов газа, который добывается, я как из этой отрасли человек, который строил этот нефтегазовый комплекс, знаю хорошо, себестоимость газа, добыча газа не превышает 20 долларов. И вот ваши эти гроши, которые можно пускать в экономику, а не через олигархов и их аффилированные структуры выкачивать в офшоры, чтобы идти с протянутой рукой и снова брать запозичення от МВФ. Вообще категорически запретите законотворчество, направленное в область получения денег из собственного народа. Мы должны зарабатывать на внешнеторговом балансе, на внешней торговле, на внешних услугах. И на розвитку власного на розвитку машинобудования, власного высоких технологий, а не опускати до рівня аграрного и вишати все выдатки на людей. Третья позиция. Ну, третья позиция, вот мы вам сами перечислили. Внешний долг, это бензин, то есть нефть, и газ. Газ, стоимость газа тоже, она не должна превышать стоимость 20 долларов за 1000 кубов. Все, все. То есть должна быть жесткий контроль добавленной стоимости бюджета образующих отраслях и в тех сегментах, которые связаны с тарифом. Дивіться, а тепер чому ці питання не порушувалися досі, а знову ми крутимось навколо депутатської недоторканності, вже, знаєте, оскомину набило від цього, від цих боротьби з корупцією, від цих ефемерних речей. Не здається вам, що тут замовник цього інший і переслідує інші інтереси? Ну, і якщо люди виходять, вони вже зараз мають бути озброєним і не повестися на манівці, не повестися під оці, знаєте, солодкоголосих сирен співи, як зі сцени Майдану. Бо виграє сцена Майдану, меншість на сцені Майдану приходить і знов грабує більшість, яка виходить і яка проливає свою кров. Ну, ви знаєте, якщо я вам в этом говорю не просто, це моя лична видумка, об этом говорить люди в кожному домі, в якому ще не розучились читати, писати і розбиратися взагалі в тому, що происходит. Поэтому ці речі в будь-якому випадку вийдуть, ці речі треба сьогодні людям говорити, і люди повинні чітко розуміти, що це можливо. Когда мы, вот эти ключевые моменты, они приведут к какому размышлению? Потому что нужна новая индустриализация страны, нужна новая инженерная составляющая, преемственность и определение национальной конкурентной способности страны. Потому что наша страна – это креаторы, это люди, рожденные здесь. На креаторы, земле, творцы. Это людины-творцы. Творцы во всех отраслях, да. Лучшие креаторы в мире. Поэтому это наше конкурентное национальное преимущество в мировом разделении труда. Это наша основная должна быть деятельность, и вся страна должна быть ориентирована именно в этом направлении. На изобретение, вы же помните, в советское время все научно-исследовательские институты, основная их часть, она находилась на территории Украины. Первый европейский компьютер в Украине да. был выведен. Поэтому нужно возрождать анилинокрасочную отрасль, которая выпускала более 2000 химических продуктов и полупродуктов на весь Советский Союз. У нас не должна быть водоэмульсионная краска стоить 600 или 700 гривен 5 литров. Она вообще ничего не стоила на Украине и так далее. То есть наукоемкие производства с высокой добавленной стоимостью, разработка новых инновационных, так сказать, изобретений, реализация тех научных достижений, которые в Украине есть, и они еще, слава богу, пока еще эти люди живы, все, это не поздно все возродить. Мы очень серьезная, мощная страна. Создать надо ту систему, в которой будет хорошо всем и комфортно. Критично мыслить и верить в себе. Ось те, что дозволить рухатись вперед. Люди должны знать точно, что можно достичь. Пане Євгене, дякую вам за участь у програмі. Це була програма «Точка зору». Євген Баранник, письменник, бізнесмен, громадський активіст. І я, Володимир Тетерук. Хай вам щастить. Дякую. Хай вам щастить.